Тема непростая, поэтому слушайте очень внимательно. Сколько весит прожитая жизнь? Обладатель премии «Оскар» Джордж Клуни. Представьте, что у вас за спиной рюкзак. Теперь соберите в него все, что у вас было в жизни. Начните с мелочей, расставленных по полкам или разложенных по ящикам стола. Затем перейдите к чему-то покрупней: одежде, бытовым приборам, телевизору. Да, рюкзак уже тяжелый, но мы идем дальше. Диван, машина, дом. Укладывайте, не смущайтесь. От режиссера фильмов «Здесь курят» и «Джуна» переходим к людям. Начнем со случайных знакомых, приятелей, коллег из офиса. Потом ваши близкие, те, кому вы доверяли свои самые сокровенные тайны. Братья и сестры, дети, родители. И в конце концов муж или жена, девушка или молодой человек. И вот когда рюкзак наполнен, попробуйте его на вес. Не забывайте, что люди и отношения весят больше всего. Обсуждения, споры, тайны и компромиссы. Чем медленнее мы движемся, тем скорее умираем. Помните, движение — это жизнь. Некоторые живые организмы являются носителями для других, существуют с ними в симбиозе. Некоторые, как лебеди, формируют пары на всю жизнь. Но мы не лебеди. Мы акулы. Мне бы в небо. С января. В кинотеатрах.